А что, у тебя кашель, Лизочка? Ну, мне не кашель. Я не болею кашель, а у него просто кашель. Я так называю кашель. А-а-а. Немножко ржавая, да? А вы катаетесь на ней? Мы не катаемся. Что, воспитатели не разрешают? Нет, просто это не наша площадка, а чужая. А что, на это нельзя? Вы только на своей играете в площадке, да? Да, мы только на своей. Мы когда-то ходим в гости. Мы, короче, иногда мы ходим в гости. И иногда нам будут показывать мультики. Иногда в гости на другие площадки, да? Да. Блин, она не очень. Не очень эта горка хорошая. Кататься? Да. Я боюсь, Стас. Я первый раз. Пап, немножко страшно. Ну не катись ты. Ничего не случится. Если я скатился в горке. Ничего. Боишься? Не бойся. Папа, а если я пойду на попаду на ржавую, тут скатываться? На ржавую? Может, ты не будешь скатываться? Она какая-то правда, какая-то плохая горка. Не, лучше не скатывайся. Давай на другой, на какой-нибудь. Да, на другой. Но здесь вообще нет гор. Нет, ну мы пойдем это на другие там площадки. Не в садике будем играть, а на другую пойдем. Я хочу в садик. Ой, назад уже нельзя. Почему нельзя? Нельзя. Ты вот так аккуратненько. Теперь дай апельсинку. Все, ты скушала весь апельсинку. Я хочу еще. Ну потом купим. Может, мама там купила, дома есть. Папа, ты держи там. Папа, подержи. Да. Не надо туда, а то там тяжело лезть, Лизочка. Слезай назад. Я не могу. Сегодня вообще жарко, да? Да, папа, нам можно уже вот на такие садиться. Знаешь почему? То что ничего страшного, ты упадешь. Вдруг там трава есть. А там уже тенек. Аккуратненько. Мне не больно. Ну, садачи. Все, кота. Аккуратно, Лизочек.
Слезай, аккуратно, держись. Аккуратненько, лизочек. Хорошо. Это очень много. Папа, спускайся мне вот так. Не, спускайся. У меня скопарная спина. Что, спинка болит? Нет, нет, Лизочка. Почему? Это же не горка. Давай его снимем крупно. Дядя. Дядя. Спасибо, что будете мне. Это старик и золотая рыбка. Да. Вот золотая рыбка. Вот она, золотая муха рыбка. Здесь сидит. Фу. И говорит, золотая рыбка. И вспомни мой зеленый. Дядюшка, подержите меня, пожалуйста, на ручках. Дядя, подержите меня на ручке. Что-то этот дядя меня на ручке не видел. Какой-то бедный дядя. Я тоже хочу кататься с горки, а он мне не дает. Я раньше пролезала, а теперь ногу падает. Да что-то денег не пролезала. Какой памятник классный. Даже где покататься. Еву. Классно. Теперь куда пойдем? Страшный жираф. Ну что, пойдем на кота? Так,
А мы сегодня воображение включали. Воображение включали? Да. Это вам так воспитатели говорили? Нет, артисты. Артисты, да? Надо включать воображение. Надо представлять, что ты в Москве. Да? Да, вы представите, будто себе доски, гвозди и молоток. И ты поедешь на скачной лодке. А где мы это возьмем? Выключай свое воображение и все. И когда это становится невидимым только. Да? Да. Ты моя зайка.